Семена томата «Сердцеед» высевают в рассадные горшки в первой половине марта. Сразу в грунт посев осуществляют в первой половине апреля. Рассада томата «Сердцеед» готова к пересадке в открытую почву в середине мая. Место выбирают с хорошим освещением и легким грунтом. Урожай готов к сбору спустя от 112 до 120 дней после появления первых всходов. Высота кустов может достигать 120 см. Плоды имеют необычную сердцевидную форму с гладкой и плотной кожицей. Окрашены они в ярко-красный цвет. Масса до 250 граммов. Вкус сладко-кислый. Урожай сорта семян томата «Сердцеед» пригоден к использованию в свежем виде и для консервации. Томат обыкновенный сердце – это травянистый высотой 150 см с типом роста, высокорослый. Урожайность томата обыкновенного сердце составляет от 20 до 25 кг. Плоды имеют массу от 200 до 250 грамм. Форма у плода сердцевидная. Цвет плода красный. Мякоть плотная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт,